Добрый день, дорогие друзья! Тема этого видео – развитие памяти у детей. Это примерно от 5 до 10 лет. И вы берете 10 небольшого размера игрушек и первый месяц ставите утром эти игрушки в определенной последовательности. Начните с 3. Это будет наиболее лучший вариант. Сфотографируйте на свой телефон. Попросите ребенка запомнить последовательность этих игрушек и вечером проверьте, насколько хорошо он это сделал. Через месяц увеличьте количество игрушек для запоминания до 4. И так каждый месяц постарайтесь прибавлять до тех пор, пока не заметите, что ребенок не усваивает запоминание этих, скажем, 5 или 7 или 9 предметов. Но, как правило, больше 10 и не стоит. И важно, чтобы это было именно в течение 1 дня. Утром просите запомнить, вечером просите повторить. И для того, чтобы вы сами это помнили, не забывайте делать фотографию на свой мобильный телефон. Вот один из вариантов тренировки памяти у детей. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.